друзья, вот Оля. Вы у меня спрашиваете, как проконсультироваться по косметике, вот по клиник. Это же шикардос. Дальше. Да, вот Оли надел Сакраменто, столько наших живет Сакраменто, соотечественников с Украины, с Казахстана, с Таджикистана, вот тут девочки работают. Вот, Коле, приходите в ее смену. Я не знаю, как с тобой состыковаться, может быть, имейл оставить. Ну, кто-то хочет прийти, и да? Чтобы ты все рассказала, да, что подойдет. У нас мастер-класс, все попробовать. Да. У нас специальные есть Оля баночки для пробников. У нас все дается в пробниках. Да. 2-3 пробника мы даем. Как бы по блату даже, можно сказать, к тебе придут, и ты им дашь и попробовать. Нормально, там, да, у нас разные есть предложения хорошие. Потому что реально косметика шикарная, я вот сама и пользуюсь. Мы еще потом сделаем обзорчик, что у нас такого новенького. Это вот линия anti-wrinkles, это против морщинок и лифтинг. А Мэйсис, это на какой улице он находится? Это галерея. А, галерея. Мэйсис в галерее, Розвилл, галерея Розвилл. А, ну вот, город Розвилл. Да. Он огромный, да. Вот, приходите. В общем, оставлю имейл. Придете, и Оля вам все расскажет. У нас есть, где мастер-классы проводить, видите, у нас все есть, все гигиенично, у нас есть все одноразовое. Да. Красиво. И хорошо. Я вот только одной тональной линии у нас для всех видов кожи. Это не просто многоцветные, много тонов. Ну и вот, давай вот линейку покажем, например. Да? У нас есть линия, вот, видите, корректирует темные пятна. То есть есть в нем формула, в этом креме, еще и солнцезащита 15, и формула, которая высветляет темные пятна наши пигментные. Вот она борется, вот это вот. Это для нормальной сухой кожи. Противоаллергенная эта косметика. Да, она вся 100% протестированная. Да. Не добавляются отдушки, парабены, фталаты, много они исключают из чего, потому что сказать, что это натуральное, нельзя, потому что это не, они обязательные натуральные ингредиенты, но, как и во всех сейчас косметиках, просто минимизируют, потому что минимизируют аллергенность. Вот даже пудра одних, столько много, есть даже пудра с солнцезащитным фактором. Вот такая вот. Это такой прозрачный coverage. То есть, отхода, как бы, чтобы не блестело даже, да, лицо, ну, что ли? Ну, она с оттенком, да, это пудра все равно, да. Ну, и, все равно и солнцезащита это минеральная. Хорошая вещь. Ну, действительно хорошая косметика. У нас очень много клиентов. Так я, знаешь, что хочу сказать от себя? Я же давно с ней познакомилась. Я ее в России мне тогда предложили. И у меня, вы представляете, была что-то тут кожа так как-то и не очень выглядела, еще что-то. И вот мне в России тогда эту косметику продали. И представляете, я месяц попользовалась кремом, у меня прямо кожа так подтянулась. И какие-то шелушения у меня были. И представляете, у меня все это прошло. И я вот даже видео снимала и показывала, говорю, слушайте, я хочешь верь, хочешь не верь. И вот такое со мной случилось, что я на себе лично увидела эффект. У меня, вот я Коле приезжаю, она мне все время этой косметики сейчас дает, и я и умывалки у меня, и Неля мне привезла тогда с Мексики на день рождения, тоже? Просроченную. Там продают просроченную. В каком-то из, наверное, в Мексике аутлетов, вообще, да? В Мексике вообще много просроченной продукции, здесь такого, конечно, никогда нет, не будет. Да. Милин какой. Ну вот, работники все наши Олины. Коллеги. Коллекс, они так и называются. Да. Коллеги Коллекс. А это девушка из Узбекистана, вот. Она по-русски говорит. Видите? Так что можно это, прийти по полной программе проконсультироваться. Шикарно. Шикарная, да, очень косметика. Мне нравится. Моя работа мне нравится. Это твое, видишь, да, мода, всегда. Косметика. Я там 20 лет Марикой занималась, и у меня все мастер-классы. И обучения всякие мы прошли, и на визажиста. Это было у меня второе, как говорится, вторая профессия, может, первая. Да. Но, тем не менее, очень мне нравится. Вот закончился наш клиник. Да. Видите, хороший отдел, такой большой достаточно. Да. И все, и попробуйте эти пробники Оля даст. Потому что попробуешь и поймешь, что, блин, классно мне подходит. Да? Да, да. Пробника намного хватает. Вот сейчас покажем, у нас вышел новый бренд. Вот сумок нет от Доны Каран, они еще только на онлайн.
но скоро будут здесь у нас в магазине. Видите, какая прямо отличительная фишка, ну это вообще красота, Оля. Да. Посмотри, какая фурнитура, она прям в глаза сразу бросается, не дешевая. А вот натуральная тоже, видишь, сколько? Замша. 140, конечно, долларов стоит. Ну, у нас 40. Есть, у нас есть распродажи, эти тоже 140. Mm-hmm. Видишь, натуральная замша, вот это вот... Бечевка или бечевка, как ее называют? Бечевка, я не знаю, да. Ну, хорошие. Ничего, вот красота. Мне этот бренд зашел. Мне нравятся даже вот эти... тоже совсем можно. Сейчас же мы носим и с платьями. Да, и кожа, это вообще кожаная. Тут замша, тут кожа. 150. Но бывает хорошие. Бывает, еще не видела, чтобы обувь была на такой сильно большой скидке. От Доны Каран. Может быть, они, видите, у нас только с Нового года она поступила. Вот, но в нескольких расцветках. Видите, тут тоже. Вещь. Ага. И видно, можно с брючками, можно с платьишками, да, даже. Сейчас же носятся всем, да, подряд. Да, да, такой стиль хороший. Красиво. Да, у нас Винс Камута есть, коуч Майкл Корс, Кларкс, да, вон, Ральф Лорен. Да, смотрите, сколько распродажных обувок. Келвин Клайн, всякие. Кеннет Кол. Кеннет Кол, Реакшн тоже мне нравится очень вот это. Похоже, по ходу. Кстати, неплохо вот это. Я искала себе что-то такое. Не пойму, кожи нет. 120. А сколько? 120? Может быть, да, кожа. Что-то... Да. А, да, кожа. Да, да, угу. Да. Да, genuine. Угу. Угу. Лейдер, ага. Угу. Да. Хорошенькие, кстати. Да, вообще. Вот видите, летние вот. Уже все распродают. Вот я хотела, у Доны Каран были такие, но они стильные были. Все, их уже нету даже онлайн. Видите, какие вот эти сандали модные. Да. Все, везде они. Вот есть эти 79, но бывают очень хорошие распродажи. Как мне пишут, они находят на сайте, допустим, распродажу, присылают мне ссылку, все, я беру уже. 20%, ой, 20 долларов свой интерес, и там пересылка тоже считаю, сколько стоит. Да. Ну, вот такие 25-30 долларов. Это замша какая-то искусственная. Да, которой сноса нету. И вот это тоже, видите, Келвин. Сейчас у многих брендов это вот это модное, потом вот это, не этот рисунок, а другой похожий. Это же как Hermes. Да, да. Вот они взяли, слезали. Как H, да. Да? Но эти немножко, это Стив Мейден, по-моему. Нет. Это, кстати, бренд... Что-то вот это за бренд, слушай, я рубашки купила, как мне качество понравилось. Это бренд Macy's. У нас два бренда. Инк называется, и вот этот. Это новый бренд, который у нас тоже с Нового года поступил. Да, я его не видела, и удевала. Рубашки такие были у меня, зеленые, в клеточку. Я прямо брала, думаю, ну обалдеть, не хуже, чем Hermes. Вот этот хороший, BCBG, да? BCBG Generation. Тоже хороший. Видите? Тоже такое натуральное вот это. Под солому сделано, да, под. Но это... Да, она не натуральная, наверное. Или с обработкой. С обработкой, скорее всего. Да, что еще? Давайте покажем Ральф Лорен. Коуч. Люблю коуч. О, да. Коуч. Тоже сандалии опять. Это шикарные. Видишь? Ну, тоже, видите, как под солому, да. Но это она как будто с обработкой. Бы, да, покрыта чем-то. Интересно, как она носится. Вот это на расширение. Это я померила, стоит. Ничего. Они у меня, видите, косточки на ногах. Тоже хорошо. Вот косточку мою закрывает, а в то же время можно расширить ее. Да, сколько они вот стоят? Спасибо. Они 195. Тоже бывает. Сейчас мы подойдем к той... Вот кто это сделал? Вот кто-то сделал. Видите, что дорогущая обувь. Смотрите, помадой. С помадой ведь. Или с чем? Вот это, как называется? Сколько воруют, я хожу прямо в рюкзаках. Ну, магнитов жалко. Снятых, знаешь, в какой-то одежде лежит. Мне вот эти нравятся, штук. Знаешь, бывает, к платьишку оденешь, и такие сумочки коуч есть, маленькие, красивенькие они. Ну, я для своей, ну, мне косточку хочется закрыть, но чтобы они тоже были удобные. Сколько? 125. Да, 125. Были у нас распродажи, прямо вот они... Бывают недельные, бывают скидки уже прямо поставят на скидки. Ну, такие, конечно, сложно покупать. Вот такие это мерить надо. Потому да, что закрытая сумеет. Обувь такая, да. Кроссовки тоже вот коуч. Это коуч, да. Тоже шлепки эти, шлепок много. Кейт Спейд, кстати. Кейт Спейд. Если слышали ее историю, печальная, да, конечно. Но... Ну что, да, надо было так вроде успешная карьера, все.
Ну, вот так. Mm-hmm. Вот у нее сумки очень хорошие, все качественное. Наповесилась, а то сейчас просто наповесилась, да, по-моему, да? Да. Недавно, год, два или три назад. Ну, да. Печальная история, mm-hmm. конечно. Ну, бренд остался, я не знаю, кто ведет из ее последователей. Да, кто-то продолжает, да. Ну, очень хорошие. Ой, какие мягкие, да. Оля. Нет. И сумки мне нравятся. А посмотри, вот это тоже кожа. 138, шикарные, шикарные. Я тут кроссовки тоже купила, Kate Spade, на распродаже. Вообще, обалдел. Ой, ну это вообще... Хорошие. Очень классные. Kate Spade мне нравится тоже. Ну, у нас, видите, все 178. Равно такой... Вот... Покажи выход. Вот это вот весь Лукьел, Шисейдо. Весь мир работает у нас. То есть Соседи Латинская Америка, Азия, Индия, Украина, Россия, Казахстан, Узбекистан, кто у нас, Таджикистан. Представляешь, то есть обалдеть, есть вот такие вот. Так сейчас я машину там, колесо надо было подкачать, что-то знак показывал. Пришли с Олей. И представляете, парень наш русский говорит, говорите по-русски, так хорошо нам, да, да. А вот Сэм Эдельман, вот тоже под Хермес, видишь? Да, вот они все и слизывают друг у друга. Эти все белые, черные, нюд. Сэм Эдельман, Арецу тоже завезли не так давно. А, я тоже не видела, кстати, это новая марочка. А вот Ральф Лорен. Да, вот видите, на скидке уже 61 доллару. Это уже Last Act. Last Act – это уже последний акт. Дешевле ну, не будет. 60% могут еще уценить. 80, если да, посмотреть, могут. Там несколько моделей оставят, они их вообще на там за 30 ну, какой-то неходовой размер или еще там что-то. Видишь, как прям красота какая. Отлично сделанная. Подошва все. Такая, прямо как у итальянской это натуральная. Кожи. Да, да. Сам этот свиная кожа или какая, как она, pebble leather, они ее называют. Еще и как икра. Как мостовая pebble, это камушки. Pebbles. Да, все эти лоферы, тоже удобные. Ну, смотрите, какая хорошая. 130. Посмотрите, какое качество вообще. Тут специально как это, кушенька-то. Да. Плоскостопие. Под арку. Угу. Хорошие. Я люблю вот такие вот. Но с моей кошечкой я уже не могу это все носить. Когда я ее запустила без молодости, на каблуках ходила, у меня все ноги болели. А мне болели. Кажется, это вообще наследственная предрасположенность, да, у кого-то. Потому что у нас быть. Венозность, допустим, на ногах, тромбы, вот у нас как бы предрасположенность. Косточки Короче. Тоже у мамы обычно, у бабушки. Кто-то или сдал. 99, но что-то как-то сильно. То ли этикетку содрали, мерили. Ты показывала, у тебя сандали классные. Это что у нас? Вот есть. Кларкс, а кстати. Вот я шикарный купила бренд. Себе красный. Он английский. Да, Кларкс это английский, да, был. Я не знаю, перекупили его или нет, но я в свое время еще в России покупала себе красивые, хорошие ботинки. Вот да. Я купила себе такие, тоже опять же под мою косточку, под разный размер, видите, можно расширить. Вот такие себе одни купила красного цвета. Есть еще эти сандали, конечно же. А вот посмотрите. Это распродажа у нас. Ну это маленький размер, шестой, конечно. Вот. Шестой вот размер, блин, вообще шикарный. Ну шестой у меня сейчас не покупают. Сейчас пойдем туда посмотрим. Вообще. Посмотрим на большой. Пойдем, Оля, уже с седьмого, а то шестые размеры, они... Вот с восьмерочкой. Та же, как эск. Ой, ну ты посмотри, так они тут все на распродаже. Вот Донна Каран. Кстати, я хотела себе такие тоже купить. Классные. У Донны Каран. Но ты как носишь что... вот с этим? Я ну, читаю. Ты же их не на Я вот эти на купила хайке, нормально, но да. тяжеловато. Это, если ну, она жесткая, где-то у меня болеть можно. Начинает. Это вот вроде потоньше, когда вот такая матерчатая, вроде ничего. Ну, красиво. Кто вот хорошо носит с такими? Ну, вот это вот, видишь, оно же все, видишь, из одного, да? Да. Посмотрим, какие платьишки у них шикарные костюмы Винска сегодня. Винскому-то тоже какие-то. Это совсем маленький пятый размер, наверное. Они кто-то сюда притащил. А все по одной паре только. Вот ГЭС. У нас ГЭС, кстати, хороший. Не просто, а хорошего уровня ГЭС. То есть у них же там есть и люксовые. Вот люксовые босоножки тоже. А
А это прямо вот уже совсем на распродаже, видишь? Это красота. А это Дона. Дона, вот Дона. Видите, вот у нее отличительная сейчас черта. Вот семерка. Черта. Вот видите, какая у нее металл. Красивый металл, да? Что-то ну-ка, дай-ка я померяю. Вот я же их хотела их купить себе Спасибо. Под платьишко летнее. Давай померяй. Вот моя кусточка. Если засунуть ее, я не люблю, ее видно у меня, видишь, конечно. А, ну ты хочешь, конечно, как бы прикрыть так же, как немножко. У меня вот тут уже нога с этой стороны, наоборот, видишь, тоже некрасиво. Хотя она полезна вот так этот палец расставлять, но все равно как бы не айс, да? Вот она. Ну, так-то красиво. И, да, вообще. На хорошую ножку, видите, вот это 7-й размер, у меня так и есть 7-й. Томми. Какая красота. $31, 6-й размер, правда, вообще офигенно, извиняюсь. Да, хорошая, мне нравится. Вот это, видишь, иконочка у нас тут есть хорошая. Пинская мута, $20. $9.5. И что еще? Да тут все можно найти. Это вот последний акт. Видите, какая, можно сказать, свалка. А хорошие вот вещи. Вот тут надо порыться, и такое найдешь, такое да, найдешь. Вообще что? Хорошие вещи. Как что? Грибы ищешь, как грибы. Вот большой размер. Что-то. Вот эти, да, вот там-то мы смотрели. Ой, ну посмотри, какая прелесть. Это какой размер, мне кажется, 10-й? А, 9.5, Коля, да? Да нет, они могут разные быть. Ну, я вижу, что это мой размер. Не видно. Сейчас, я тебе сейчас скажу, какой это размер. Это кожа, друзья. Да. А вот, по-моему, еще побольше даже. Оль, ну хоть посмотри. Ну вот мне, видишь, вот мне такая модель не идет. У меня, видишь, как нога вот справа. А, вот, вот это вот выставляем, справа? Мне надо, чтобы закрыто это место да, было. Видишь, каждый должен под свою. Если ну-ка, вот это больше строим, или нет? Кожа. Нет, а что, почему мы размер-то не видим какой-то? А вот 9-й. Где ты увидела? Вон. Вот 9-й же. 9.5. А, вон где. 10, ага, ага. Тоже 9.5, да? Если 10-й пометить, интересно. Ну, у кого нога обычная, ровненькая, вот, наверное, 10-й, тому, конечно, будет прекрасно. Просто нет, это тоже маленький. Давай посмотрим. Там другой. Нет, этот вообще, маленький, наверное, совсем, маленький. Ага. Это 37-й. Вот они идут на парам, видишь. Как красиво, только вон ножка-то, да, аккуратненькая. Угу. Вообще. Цвет такой шикарный, да. Серо-бежевый, да. И металл такой прям благородный. Так, что еще тут можно найти? Вот такие о, вот красиво. Полочки. О, коуч. О, ничего себе. Вот из тех $60, дорогих, да. $60. Вот видите, 10-й размер видите? Только, потому что не востребован. Стоит, видимо. Ну почему? Ну, я как заберу, бы, я, наверное, ты знаешь, да, я хорошую обувь всегда почему-то 9-й, 10-й размеры. От 9-го до 10-го. А где ты увидела, что 10-й? А, мне кажется, это. Я на глаз вижу. На глаз? Угу. Вижу, что мой размерчик. Вот Майкл Корс, видишь, такие 11-й размер. Почему-то главное написано 9.58. 40-й европейский, 9.58, почти 10-й. Да? Американский. Что за 9.58? Я первый раз вижу. Не 10 и не 9.5. Ага. А, Б, это 9.5. А, 9.5 Б. Ага. Б это значит какой? Бывает medium, medium это medium, да. White широкий, а Б это какой? Ну что-то я бы не сказала, что они узкие. Нормальные. О, ничего себе, $250. Так кто у нас, Оля? Это Mollets Finns какой-то, не знаю, такой бренд. Но, $250, ничего себе. Но натуральная кожа. А вот да. Calvin Klein. А, вот, да. Видите? Да, красивые. Сколько эти Calvin Klein на последнем акте? 39.43. А были Original 99. И видите, вот так вот обзор сделаешь, прибежишь домой, пока выложишь видео, да. На следующий день прибегаешь, а уже, а нету, уже нету. Потому надо что по одной паре все, да. А все же не скупишь. Вот тоже Дона Каран, видишь, вот такие. Ага. Ты уже их начала мой отличать. Да, все, да? Сейчас вот. Угу. Уже это, глаз наметан, как говорится. У них натуральная кожа и плюс вот эта отделка их фирменная.
такие мюли, я всегда меряю, вот такие мюли я все время люблю. Удобные. Но вот они, знаешь, очень редко подходят. Вот подходят, опять вот тоже нога как тесто вылезла. Вон, что видите, 10 размер, пятка свисает. Их очень трудно подбирать. Так, что, куда мы дальше двинемся? С обувью все, друзья. Разобрались. Ух ты, тоже какие красивые. Это сколько? Ничего себе. 105. А, нет, 41. Красивые. Да. Модные. Я сколько напривозила вот этих вот кедов. Кедов. Томми Хилфигер. Это летний вариант. $60. Они тоже у нас в продаже часто бывают. Вот эти тоже очень хорошие. Всех цветов есть. Красивые. Есть такой же вот нюд. Нюдовый цвет. Женственная такая обувь. И удобно, видите, крючка нету. И что не все закрытое все-таки, да. С проветриванием. Все, вот они коричневые. Ага, вот мне нравится. Сколько они, интересно, стоят. Тоже $70. Тоже кеды. Их шлепанцы всякие. Вот эти удобные слип-он. Да, называются. Это вообще на сразу ногу. Раз. Слип-оны. Легенькие. И сетка все-таки дышит. Такой же. Франко Сарто, у него хорошая обувь. Да, $120. Вот Арец и Франко Сарто у нас. Два итальянских бренда. А вот это наш. Это вот уже вот Мэйсис. Этот вот новый-то, да. На 34-м. Что это такое? Вот новый бренд, друзья. На 34-й улице.